Почему вы грустите? Сегодня я завалил очень важный экзамен. Самый неудачный год. Чудесно елка светится, правда? Да, но если присмотреться, то можно увидеть, что среди лампочек есть несколько тех, которые уже перегорели. Вместо того, чтобы смотреть на прошедший год с точки зрения радостей, вы зациклились на одной единственной лампочке, которая ничего не освещает. Дорогие гомельчане, пусть в новом году вас преследует хорошее настроение и загораются самые желанные лампочки –